Чебоксарах появился на свет бенгальский тигренок. Принесшая потомство хищница приехала в столицу республики в труппе цирка «Шапито» из Москвы. На смотрину к новорожденному артисту пригласили нашу съемочную группу. Чему дело? Чему дело? Ой, детей защищает. Видеосъемка за кулисами цирка не каждому по нраву. Во владениях полосатых артистов журналисты с камерой – непрошенные гости. Но все же даже за таким грозным рычанием скрывается игривый характер, уверяет дрессировщик. Сейчас у животных плотный график репетиций. Новоиспеченной маме пока положен покой, а ее детенышу постоянный уход, как ребенку. Тигренок находится под присмотром профессионального дрессировщика. Рустам Матчанов говорит, что у растущего организма проснулся зверский аппетит. Она сейчас каждый день вот литр молока пьет. Литр молока. А вот литр молока, вот утром столько пила, остался чуть-чуть. Даем, как его, сколько, 2,5 или 3,5 жирность, она пьет молока. Каждый день литр молока и пара яичек сырой. Утром мы даем, у него двухразовое питание сейчас, мы все условия создаем, все, чтобы для она нормально родила. Вот, понимаете? Поэтому она, если ненормальнее не было бы, она мне не дала бы этого ребенка. Новорожденный тигренок – артист в четвертом поколении. Сейчас на арене цирка выступают его мама и бабушка. Дрессировка хищника может начаться уже через полгода. Вот у меня 11 месяцев уже в этом городе они пошли на работу. Вот этот малыш, 11 месяцев уже работает с мамой, с папой выходит. Но все равно... До года, до 2 года они как дети. Играют, балуются, ничего не сделаешь. Ребенок есть ребенок. То, что новорожденный оказался самцом, дрессировщик называет удачей. Тигриц в цирке Шапито сейчас большинство. Самый опытный питомец труппы – 15-летний тигр Амур. Для хищника это почтенный возраст. Что он захочет, он тут будет делать. Ну, работает. Он самостоятельно, вас танцует, кто сам по себе. Там у него много работы. Он самый спокойный. Он сам опытный, он сам спокойный. Он никому не кидается, никому не, как его, ни с кем не дерутся. Имя тигренку предлагают выбрать чебоксарцам. Предложения горожан принимают в социальных сетях. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.